Подошли, подошли ближе. Ах, ну бля. Надо рваться. Постепенно по времени. Уважаемые жители Ижевского района, и у Селема даже присутствует, земляки, стало доброй традицией проводить конно-спортивные соревнования в нашем и у Селемском районе, потому что наибольшее количество поголовья лошадей находится на территории Ижевского района. Было время, что в основном вся масса лошадей была в наших двух районах, да и как на севере жить без лошадей? Стало доброй традицией заводить хороших лошадей, чтобы мир и мир и добрый, чтобы мир и мир можно было ехать. И под воду, и под воеводу. Вот сейчас вы увидите, наглядно есть полукровки, рысаки. И замечательно, что в самой Вижме стали заводить лошадей. Раньше на соревнованиях с Вижмой участников не было. Спасибо то, что вы пришли сегодня посмотреть, особенно это касается зрителей, на эти соревнования. Владельцы, эти соревнования проводятся по инициативе самих владельцев лошадей, которые много раз ко мне обращались. Давайте, Василий Иванович, проведем. И благодаря главе района, Петру Николаевичу Терентьеву, который очень сильно помог, вот мы можем эти соревнования провести, вручить вам какие-то маленькие призы и так далее. Давайте так, чтобы долго не говорить, чтобы я голос не потерял, я потом еще с вами буду общаться с конниками. Я снова предоставляю Петру Николаевичу Детятеву, главе администрации района. Я желаю удачных стартов и вам, и вашим лошадям. Все. Вот. Кратко, сестра таланта. Также я слово предоставляю нашему земляку, хозяину Геннадию, который приехал сюда с усыльмы, правда без лошади. В следующий раз он уже приезжал с лошадьми, в следующий раз он снова приедет. Погода Ухты 10:30, ветер у земли 190 градусов, 7 порывы 13, круг 220-15, видимость 10, 6 октантов 1000, кучево дождевая, средняя, верхняя, плюс 1, давление 746 миллиметров, 7,4,6, 995 гектопаскалей, курс посадки 1,7, на казахской технике сцепление 0,41, без изменений. Южном 383, удаление 10 километров, на курсе подходите к лесали. Южном 383. Посадка разрешается.
Бережёвка 383, посадка. Вправо, Бережёвка 383.